Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Tecnocommon 18 Premiere. Сейчас я покажу вам, как отобразить уровень заряда батареи в процентах. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки» и далее проходим в раздел «Лаборатория батареи». А здесь мы выбираем «Настройки энергопотребления», и у нас здесь есть заряд в процентах. У нас стоит галочка, соответственно, и проценты у нас тут имеются. Галочку убираем, проценты исчезают из строки состояния. И на этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.